Команда Санкт-Петербургского университета техники, механики и оптики стала абсолютным победителем чемпионата мира по программированию, который завершился сегодня в юбилейном. Студенты решили 9 задач из 11. 120 технических университетов делегировали в Россию своих самых успешных студентов. Петербург в финале престижного чемпионата представляли 3 команды, в том числе неоднократный победитель этих соревнований – университет ИТМО. Состязание длилось 5 часов. За это время каждая команда должна была выполнить 11 задач. Проще говоря, разработать 11 компьютерных программ для оптимального решения придуманных организаторами проблем.